Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Двойная забота о растениях и кустарниках. Как в Самаре спасают зеленые насаждения от аномальной жары. В областной столице выросли цены на аренду жилья. С чем это связано и сколько стоит снять однокомнатную квартиру? 83 торговые палатки с соленьями, вареньями и текстилем. На мехзаводе открылась сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Сносить нельзя, оставить. Дом 228 по улице Садовой будет сохранен. Такое решение сегодня приняли на совещании, которое инициировала глава Самары Елена Лапушкина с представителями областной прокуратуры, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и общественниками. Дом рекомендован к включению в предмет охраны исторического поселения города и считается ценным градоформирующим объектом. Но в то же время был признан аварийным и подлежащим сносу из-за того, что окончательный список домов, которые будут охранять еще не сформирован, дом могли снести. Специалист управления охраны объектов культурного наследия после обращения главы города готовит предостережение, которое позволит отменить судебное решение и сохранить дом. С мертвой точки история сдвинулась. Я искренне рада, что мы теперь понимаем, куда мы движемся, и что нам удалось отстоять замечательный красивый дом Садовой 228. Надеюсь, в дальнейшем мы найдем ему правильное применение и сохраним ее еще на долгие-долгие годы. В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что все профильные ведомства обязаны вернуться к детальному анализу материалов и не принимать поспешных решений. В соответствии с поручением губернатора, 13 августа провели межведомственное совещание, на котором и приняли решение сохранить дом. Таких же домов в городе сейчас 37. По каждому из них будет проведено дополнительное обследование. Их осмотрит специальная рабочая группа, в которую войдут представители городской администрации, Департамента управления имуществом, прокуратуры, Управления охраны объектов культурного наследия и общественники. Специалисты, изучив все документы, на месте примут решение о сохранении того или иного дома. Питание, полив и необходимый уход. В связи с аномально жаркой погодой специалисты горзеленхоза проявляют двойную заботу о растениях и кустарниках, высаженных на городских территориях. Чтобы сохранить созданную ранее красоту и не позволить природе погубить цветники, работать приходится в круглосуточном режиме. О том, как спасают живые клумбы и какие цветочные композиции этим летом особенно оценили самарцы, расскажет Ольга Павлова. В сквер имени Фадеева Ольга Назарова приходит несколько раз в день вместе с маленьким Сашей. Сыну 2 месяца и гулять приходится часто. Говорит, ухоженные клумбы не только радуют глаз и создают хорошее настроение. После ежедневного полива цветников даже воздух становится особенным, свежим и вкусным, отмечает девушка. Очень красивый город, очень много цветов, ярко, бабочки летают, пчелки и так далее. Приятно гулять по городу. Уход за самарскими скверами начинается с уборки территории. Коммунальщики подметают дорожки, протирают лавочки. Затем специалисты муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз» приступают к поливу цветов и деревьев. В этом году на улицах, парках и скверах города высадили более 38 тысяч саженцев. Лето выдалось жарким, поэтому полив зеленых насаждений идет в круглосуточном режиме. Днем в городе работают порядка 10 поливочных машин, включая мультикары. А в ночь на подпитку растений выходит 17 единиц техники. Работы по поливу идут как с применением бойлеров, так и в автоматическом режиме. Как человек хочет пить, так и растение хочет пить. Поэтому, как говорится, периодически растения необходимо поливать. Поливать растения, деревья и кустарники сотрудники горзеленхоза будут до середины октября, то есть до первых холодов и заморозков на почве. Часть цветников уберут и произведут высадку многолетних растений. Работы по их технологическому уходу начнутся уже весной будущего года. Ольга Павлова, Василий Голдашов. События. В Самаре на Пятой Просеке начались работы на водоводе 1954 года диаметром 900 миллиметров. До конца осени переложат наиболее аварийный участок трубы. Сейчас там убрали деревья и кустарники, находящиеся в охранной зоне водовода. Проводят земляные работы. Труба уложена на очень большой глубине, более 7 метров. В случае технологического сбоя это значительно усложняет аварийно-восстановительные работы. Именно поэтому приняли решение заменить 300 метров чугунной трубы на новую полиэтиленовую с более длительным сроком службы. При укладке коммуникации используют технологию, которая в будущем позволит не перекрывать дороги и не вскрывать проезжую часть для ремонтных работ. Под всеми дорогами трубу закроют специальным футляром. Благодаря этому через десятилетие, когда водовод снова нужно будет ремонтировать, все работы можно будет совершить непосредственно под землей, внутри футляра.
Угодите молодым и тем, кто постарше. Непростая задача, уверены жители одного из микрорайонов Самары. Но к общему решению всегда можно прийти в диалоге. Именно с таким посылом к работе подошли самарцы к концепции благоустройства сквера «Дубовая роща». Сейчас их задумки почти реализованы. Работа близится к завершению. Как будет выглядеть новое пространство в промышленном районе, выяснил Михаил Ермоленко. Под тенью великовозрастных дубов и кленов сегодня работают люди и техника. Но совсем скоро шум стихнет и территория преобразится. Еще год назад жители микрорайона вблизи Барбошиной поляны мечтали о том, чтобы во враге за зданием 154-й школы появилось пространство для прогулок и спокойного отдыха. Желания самарцев сбылись. Уже в начале этого года зеленый оазис начали благоустраивать. Долгожданный сквер, который назвали «Дубовой рощей», будет одним из самых лучших в городе. С уверенностью говорят жители микрорайона. За ходом работ они наблюдают с самого начала. 1 сентября нам обещают это закончить. Ну, пусть к 15-му, 10-му, неважно. Это все очень ближайшее время. Вот, мы очень рады, благодарны очень администрации района, города, что такие вот идеи, где жители политическую волю свою, так скажем, сегодняшним языком, проявляют, настойчивые в хорошем этом смысле, что они это видят, идут навстречу и помогают. И мы очень рады, что когда этот проект будет сделан, здесь действительно будет уникальное место хорошее. Благоустройство Дубовой рощи на этапе завершения. Подрядчик преодолел планку 80% готовности. Работы идут по проекту содействия, который инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Главная особенность – привлечение жителей и их активное участие как в проработке проекта, так и в инспекции хода благоустройства. В том числе благодаря этому на территории Дубовой рощи удалось сохранить значительную часть деревьев. Это и является основной особенностью данного проекта, в том числе, да, это прямое участие, как в выборе территории, которую необходимо благоустроить, это прямое участие, как в проведении работ по благоустройству и, соответственно, в приемке, ну а в дальнейшем эксплуатацию данной территории, потому что все-таки мы ее делаем для жителей, чтобы они пользовались этой территорией и чтобы такие вот территории, они, собственно, развивались. У будущего сквера давняя и интересная история. Как вспоминают старожилы, среди этих дубов даже снимали эпизоды фильма «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Гайдара, рассказывает председатель ТОСа промышленного района Дмитрий Пикулок. Поэтому благоустройство территории для жителей значит многое. Благоустройство это тоже рождалось не сразу. Это очень длительный процесс. Ведь когда-то здесь стояли гаражи. С 16 года жителями началась работа вот потому, чтобы эти гаражи отсюда потихонечку убирать. Потом была восстановлена дорожка тротуарная. Затем был построен сквер «Солнечная поляна». В сквере «Дубовая роща» скоро установят новые лавочки, освещение и урны. Уже сейчас рабочие заканчивают прокладку прогулочных троп из плитки. Кроме того, здесь появится специальная тренажерная зона для молодежи, где можно будет заниматься воркаутом. Обновленное пространство обещают сдать в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Повысили безопасность дорожного движения. Прошлой ночью на улице Промышленности начали наносить разметку на новый асфальт. В этом году работы идут с применением новейших материалов. О том, как прошел финальный этап ремонта дорожного полотна, расскажет Никита Колосов. Виталий Мошин за рулем маркировщика разметочной машины уже 9 лет. Работа ответственная и непростая. Нужно следить не только за своей машиной, но и за движением других автомобилей. Да и права на ошибку нет, ведь стоит допустить малейшую оплошность, и на исправление уйдет драгоценное время. Стараемся для безопасности дорог, чтобы водители ездили, не нарушая правила дорожного движения. Они знали, куда ехать, направление движения. Потому что если не будет разметки, они теряются. Нанесение разметки – это заключительный этап ремонта дорожного полотна на улице Промышленности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длина участка – около 6 километров. От пересечения с улицы Гагарина до Структурной бригада нанесла разделительную разметку двух видов – двойную сплошную и прерывистую. На этот год у нас планировалось 106 тысяч квадратных метров. На текущий момент мы порядка 67 тысяч уже нанесли. И фактически вот до конца сезона весь объем будет нанесен в соответствии с требованием разметки. Материал, с которым работает бригада маркировщиков – термопластик с добавлением стекла. Сначала его разогревают до 90-200 градусов в маточном котле, потом выливают в разметочную машину, где температура материала поддерживается. Одной заливки хватает на 120 квадратных метров. Далее оператор маркировщика загружает программу с видами разметки, выбирает нужную. Перед тем, как начать движение, оператор прицеливается с помощью визира на предварительную разметку. Ее наносят заранее с помощью специального автомобиля. Маркировщики называют его «Шмель». Со скоростью 4-5 км в час машина движется, оставляя за собой ровные линии. Виды разметки будем наносить все. То есть ограничивать остановочные павильоны,
То есть вот это вот желтый 1.17 называется. Пешеходные переходы, дублирующие знаки «Дети». У нас уже все в процессе, все выполняется. Чтобы разметка была качественной, термопластик должен сохнуть минимум полчаса. Поэтому работы проводят в ночное время, когда поток машин минимальный. Некоторые из водителей уже смогли оценить новую разметку и поделились своими впечатлениями. Вот раньше ездили без разметки, аварий больше было, потому что в темноте едешь. Куда едешь, если тем более свет плохой? А с разметочкой это прям очень удобно. Работы по нанесению разметки на улице промышленности завершатся уже до конца недели. Затем пройдет проверка на соответствие ГОСТам. Сделают срез разметки, замерят толщину и ровность полосы. Никита Колосов, Константин Головин, «События». Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В Самаре растет аренда жилья. С чем это связано? Эксперты выявляют несколько аспектов, но основное – это приближение учебного года. У студентов высокий спрос на съемные квартиры. Но сейчас поговорим о службе в армии и трудовом стаже россиян. Срочную службу в армии могут начать учитывать в трудовом стаже россиян. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Сейчас граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, если у мужчин стаж работы 42 года, у женщин 37. Однако в этот стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период нахождения на больничном. То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с неслужившим, хотя посвятил этот период почетному долгу службе Родине, считают парламентарии. Если поправки вступят в силу, закон заработает с 1 января. Ну а для тех, кто не собирается в армию, а планирует в университет, есть приятный бонус. В Самарской области подписали постановление о выплате выпускникам школ, поступившим в вузы и СУЗы региона. Постановление будет действовать до конца года. Единовременную выплату 10 тысяч рублей получат сами выпускники, а если им нет 18, то законные представители. Для этого достаточно подать заявление в уполномоченные органы по месту жительства до 10 декабря. Ну а те, кто уже поступил в вуз, готовятся ко взрослой жизни и подбирают себе отдельную жилплощадь. Как иначе объяснить тот факт, что в преддверии нового учебного года на самарском рынке аренды жилья выросли цены? Подорожали однушки? Как снять квартиру и не остаться без денег, расскажем в сюжете. Начало делового сезона и грядущий новый учебный год разогрели рынок долгосрочной аренды жилья. Вслед за спросом на квартиры, расположенные рядом с крупными учебными заведениями, начали расти цены. Безусловно, конечно, самым традиционным жильем – это однокомнатная квартира, либо студия, либо полноразмерная однушка. Это локация вокруг наших вузов, либо по удобным транспортным артериям. Согласно данным сервиса для поиска недвижимости, больше всего в Самаре подорожала аренда однокомнатных квартир. За год их цена достигла уверенного допандемийного уровня. Что не скажешь про двушки. Несмотря на уверенный рост цены в последние месяцы, стоимость этой категории жилья ниже прошлогодних показателей за аналогичный период. Если мы возьмем последние 3-4 месяца, то стоимость аренды, ежемесячная стоимость поднялась где-то на 10-15%. Если мы возьмем, допустим, эконом-класс, такой 12-13 тысяч, то сейчас это уже там 15-16 тысяч. Если мы возьмем двухкомнатные, которые стоили там 17 плюс-минус, то сейчас можно уже их сдать за 20 тысяч рублей в месяц. Как снять квартиру и не попасться мошенникам? Еще один актуальный вопрос в эту пору. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники. Однако самые распространенные мошеннические схемы по-прежнему связаны с предоплатой. Здесь эксперт рекомендует отдавать деньги только после подписания договора найма, как посреднику, так и арендодателю. Прежде всего, конечно, заключается договор аренды. Все платежи, периодичность их оплаты, сроки внесения, они должны быть оговорены в договоре аренды или договор найма. При этом договор найма должен обязательно быть составлен в письменной форме. В договоре аренды можно различать дату заключения договора и дату передачи помещения. Она не всегда может совпадать. Да? То есть вы можете договор аренды заключить, условно говоря, в понедельник, а заехать через неделю. В этом же договоре аренды важно прописать страховой депозит с четким перечнем имущества и его примерной стоимостью. А чтобы избежать разногласий по оплате коммунальных услуг, советуют эксперты, документально зафиксируйте данные счетчиков на момент заселения.
Официальный курс доллара на предстоящие дни 73 рубля и 47 копеек. Доллар потерял 10 копеек. Евро 86 рублей 22 копейки. Европейская валюта снизилась на 13 копеек. Нефть марки Brent 71 доллар и 8 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 444 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 82 288 человек. Самарские предприятия с большим штатом работников проводят выездную вакцинацию. Это позволяет максимально быстро достичь коллективного иммунитета. Без отрыва от рабочего процесса. Подробнее расскажет Мария Левина. Владимир Данилин ежедневно зажигает миллионы огней в Самаре. Он трудится в ресурсоснабжающей организации. Чтобы и дальше освещать город, а также не потерять внутренний свет, Владимир решил подстраховаться и обезопасить себя. На предприятие приехала мобильная медицинская бригада, и Владимир прошел вакцинацию. Очень удобно, что на предприятии. Как бы не, без отрыва от работы, не надо в очереди стоять. Где-то в поликлинике. У меня вся семья, как бы родители, и тесть, теща, жена, все сделали. Ну и я сам болел, ну, в легкой форме в декабре 2020 года. Ну поэтому вроде полгода прошло, решил привиться, чтобы еще раз не заболеть. Вакцинация на территории организации проходит по тем же правилам, что и в поликлинике. При себе необходимо иметь три документа – паспорт, СНИЛС и полис. Пройти осмотр врача и, если нет противопоказаний, медсестра выездной бригады сделает инъекцию. Самая эффективная защита от коронавирусной инфекции – это у нас вакцинация. Вакцинация направлена на то, чтобы привить иммунитет человеку достаточно безопасным способом, не заражает человека. И сейчас происходит рост заболеваемости как в Самарской области, так и в России. Поэтому вакцинация у нас идет достаточно эффективно. На сегодняшний день более 923 тысяч жителей региона сделали первую прививку. Свыше 736 тысяч человек получили два компонента вакцины. Процедура вызвана выработать коллективный иммунитет, однако даже ее прохождение не освобождает от соблюдения элементарной профилактики. Необходимо использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и помнить о личной гигиене. Мария Левина, события. В Ленинском районе Самары потушили два деревянных дома. Возгорание произошло в 3 часа ночи на Пушкина 139. До приезда пожарных огонь перекинулся на соседний дом. Общая площадь горения составила 360 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 96 человек, 37 единиц техники. Из здания эвакуировали 7 человек. Погибших и пострадавших нет, уточнили в областном главке МЧС. Ликвидировали возгорание в 6:26. Из-за долгов за коммунальные услуги самарцы рискуют лишиться отпуска. Ресурсоснабжающие организации призывают горожан не копить задолженности, а вовремя их гасить. Что сделать, чтобы путешествие не закончилось в аэропорту отправления, знает Мэри Елчан. Здравствуйте. У меня тут накопились долги, а я бы хотела полететь на отдых. Хотела бы оплатить. Пора отпусков продолжается, и многие планируют отдохнуть на зарубежных курортах. Но ожидание приятных впечатлений может быть омрачено, если не оплачены долги. Оплатить счета за отопление, горячую воду до подачи документов в суд – единственное правильное решение, чтобы избежать проблем во время запланированного отпуска, говорят энергетики. Тот клиент, который имеет просроченную задолженность, мы сначала работаем в досудебном порядке, то есть направляем ему уведомление о том, что у него есть задолженность, претензия. После чего, то есть если он не реагирует на данные наши санкции, мы направляем уже пакет документов для взыскания в суд. Те клиенты, которые имеют задолженность свыше 30 тысяч рублей, рискуют не выехать за пределы Российской Федерации. Оплатить задолженность на месте в аэропорту туристы могут электронным способом. Однако это не поможет им преодолеть границу. Ведь на доставку уведомления до судебного пристава и на выход постановления об отмене временного ограничения на выезд требуется определенное время. Чтобы заранее проверить, есть ли долг, нужно зайти на официальный сайт самарского филиала «Энергосбыт Плюс» и ввести номер лицевого счета. Мэри Елчан, Сергей Баскин. События. Урожай этого года от местных производителей и по доступным ценам. По просьбам жителей в Самаре раньше времени заработала сельскохозяйственная ярмарка в поселке Мехзавод. И в скором времени таких торговых площадок будет больше. В качестве продукции убедилась Ольга Хамракулова.
И соленья, и варенье, и свежее мясо, и отечественный текстиль. Все от местных производителей. В поселке Мехзавод в седьмой раз заработала сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Только здесь городские власти организовали 83 торговые палатки. У нас на каждой ярмарке есть 15% торговых мест бесплатно, которые мы предоставляем пенсионерам. На этой ярмарке в районе 15-17 мест. Сельхозпроизводителей привлекают. И тех, кто выращивает сельхозпродукты на дачных участках. И жители Мехзавода с огромным удовольствием приходят сюда. На ярмарке у производителей появляется возможность работать без посредников, что сказывается на цене. Для производителей, тех, кто занимается производителем и выращиванием скотины, это в принципе воздух. Мы можем реализовать свою продукцию по достойным ценам, то есть не перекупщикам отдаем. И мы не первый год работаем на этой ярмарке. Нас полностью устраивает. Скоро в Самаре заработает еще больше муниципальных ярмарок, большая часть в новом формате. Их разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры. Такие ярмарки у нас открываются на Киевской Тухачевской, которая будет включать в себя 170 мест. Также проспект Ленина-Челюскинцев, которая будет включать 16 мест. Белорусская 131, тоже 16 мест. И дачная Чернореченская, которая включает в себя порядка 32 мест. Все это позволит купить настоящие фермерские продукты как в центре города, так и в удаленных уголках Самары. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События. Идеи услада, лбище, гвардейца и жареный бугор. Лингвисты проанализировали айконимы, названия населенных пунктов в России, в частности, в Самарской области. Какие встречаются чаще всего и с чем связаны некоторые редкие наименования, расскажем в сюжете. Самые распространенные названия населенных пунктов в России – Александровка, их насчитывают 333 штуки, Ивановка – 280 и Михайловка – 272 названия. Это выяснили аналитики Яндекс.Карт, изучив 160 тысяч населенных пунктов страны. Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз. Например, Диманята, Киркорова или Мутный материк. Вместе с лингвистами аналитики Яндекса провели опрос и выявили, что не всегда жители понимают значение айконимов, то есть названий населенных пунктов, либо понимают их ложно. Есть у нас такое в Кировской области поселение, поселок Большие Носки. Но там носки, но не те носки, это такие мыски, мыс. Слово «нос» еще может означать «мыс». Ну, понятно, он вот так вот выдается. Есть, скажем, «лисий нос» в Ленинградской области. Вот Маршак писал, учитель задал мне вопрос, где расположен Канин нос. А я не знал, который Канин, и указал на свой Иванин. Вот как раз здесь обыгрывается. Самые длинные названия сел – Кременчук-Константиновская, Верхне-Ново-Катулумбетьево и Нижне-Ново-Катулумбетьево. В регионах есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме мягкого знака и твердого. 8 названий на «и» краткое. 5 из них принадлежат населенным пунктам в Мари-Эл. Они начинаются на «йошкар», что на марийском означает «красный». Есть село Амары в Татарстане. Хочется подумать, что там водятся амары, то есть лобстеры, как мы их иногда называем. Слово «амар» заимствовано из французского языка, лобстер из английского. Вообще-то амары – это от имени Амар, хан Амар. Вообще Амар – это очень распространенное в мусульманских сообществах и странах имя. Вспомним, например, поэта Умара Хайяма, иногда еще называется Умар, это такое арабское слово со значением «долгожитель». Отдельно собрали и несколько фактов про топонимы Самарской области. На Яндекс.Картах отмечено 1300 населенных пунктов региона, не считая дачных поселков. Самые распространенные названия также Александровка, Васильевка и Березовка, их в области по 8 штук. В единичном экземпляре «Идея», «Услада», «Лбище», «Гвардейцы», «Жареный бугор». Самые длинные названия у сел Самовольная Ивановка, Криволучья Ивановка, деревни Иваново-Подбельская и поселка Вольно-Пролетарский. Самые короткие названия у поселков Гай и Нур. Самые частотные слова в названиях Самарской области – это прилагательные «новый», «красный», «малый» и «большой». Ну а самые распространенные существительные – «ключ» и «поляна». Светлана Кудрявцева, события. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара.ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных!